Привет, друзья. Ну, я сегодня счастливый, потому что механизм начал работать. Создание науки о человечности, определение критериев, о том, что вообще такая появилась новая идея. Да. Чем больше людей будет подключаться и обсуждать эту тему, с той ли стороны, с этой ли стороны, да, она будет сейчас развиваться. Самое главное, чтобы люди начали говорить об этом. И найдутся люди, которые будут предлагать конструктивные решения. Вот же как делается механизм, вот как делается генератор будущего. Но читайте там в Редере «Национальная идея. Генератор будущего». Да, ну, почитайте, возьмите, откройте Редера, наберите Хасай Алиев, «Национальная идея. Генератор будущего». Я очень рад, что появились уже такие вот, ну, как говорится, оппоненты такие. Там кто-то уже дописал такую ерунду, что типа, это не Хасай Алиев придумал ключ, это придумал Кандыба, это Хасай Алиев учился у Михайловской, которая была первой ученицей Кандыбы. Ну, все так вот уже, видите, как интересно получается. Потому что на самом-то деле я ему написал записку. Очень вежливо. Читать книги надо внимательно, потому что у самого Кандыбы в книге «Психическая саморегуляция» целая глава посвящена методу ключ, в котором он написал, что то, что придумал Хасай Алиев, не придумал ни Будда, ни Мухаммед, ни Ленин. Но я никому эту книгу не показываю, потому что мне неловко. Но с другой стороны, мы же сейчас говорим о том, что как раскручивается все это. Да, Софья Михайловская, любимый мой ученик, да, прекрасный доктор, который я научил этому ключу. Мы вместе с ней участвовали много лет в этих работах по развитию методики, методических рекомендациях Минздрава СССР. Я поставил ее фамилию рядом со своей. Друзья, это так здорово. Вот я иногда смотрю Панасенкова, и мне очень нравится, потому что он начинает, он же такой интеллигентный человек, он такой культурный человек, он почему-то начинал всегда, я раньше не понимал канал его здравого смысла, он начинал «Мои друзья и враги», да, и оказывается, в этом есть какая-то соль. Это же раскручивает, понимаете? А мне это сейчас очень важно, потому что когда мне сейчас написали, в личку там пишут, нет, сейчас много-много пишут, почему-то они не там не пишут в самих комментах, они почему-то ко мне в личку пишут. Пишите, друзья, в комментах под всеми моими видео, да, тогда будет видно, как я отвечаю на эти комменты, люди будут подключаться. А то мне в личку написали, вы говорите о человечности, вы говорите о новой науки, на самом деле, что это давно известно, ничего там нету, там нет никакой новой парадигмы. Но слушайте, я никогда не делаю ничего без новой парадигмы. Я первую парадигму создал, когда создал ключ, и когда всем объяснял, что во время даже физкультуры вектор внимания нужно направлять не на качество выполняемых упражнений, а на волнующие вас актуальные темы, которые вас волнуют. Потому что сам организм требует этого. Например, когда вы очень нервничаете, вы начинаете испытывать нервную дрожь, мандраж называется, или нервное волнение у девушки. Да, и что надо делать в этот момент? Осознанно примените это. Эту защитную реакцию инстинктивную самого мозга, самого организма, выработанную миллионами лет. Применить в виде культурных упражнений, ну, например, время от времени дома, ну, нервничаешь, так возьми, подрожи, потряси, сделай хлёст, ну, там же много, это новая парадигма, вектор внимания, да, ключ-то я создал, а теперь там кто-то пишет, да, это же есть в этом, шалтай-болтай, это есть в этом, в какой-то такой методике, в такой-то, ну, там парадигмы этой нету. Теперь второе, я создал парадигму о том, что мы сейчас будем создавать науку, науку. Я поставил такую задачу перед человечеством. Науку с критериями науки. И попросил вас, посмотрите вы в интернете, посмотрите в Википедии, что означает, чем отличается наука, ее критерии от эзотерики, от всего другого.
Это новые парадигмы. Я хочу, чтобы вы думали, чтобы вы разорвали свои барьеры, потому что инерция мышления – это такая вещь. Это такая вещь. А для того, чтобы вы могли хорошо, лучше думать, снимать у себя лишние блоки, стереотипы, вот эти шаблоны сами, пользуйтесь методом ключ. Методом ключ относится, потому что он научный метод, он апробированный, им пользуются миллионы людей, он утвержденный, он уже в учебнике там по физкультуре 10-11 классов профессора Матвеева, друзья. Это уже в учебнике там его часть. А я даю больше, больше на этом Ютубе нашем. И вот ко мне часто пишут люди: я посмотрел два ваших ролика, да, вот у меня такой-то вопрос, а как мне там шею свою поправить? Я в Ютубе все свои изобретения, их у меня много, выдаю бесплатно. Не для того, чтобы вы посмотрели два ролика и потом отвлекали мое внимание. Вот представьте себе, вот я сижу и создаю новые вещи, новые парадигмы, новые приемы, обучаю вас осознанному использованию инстинктивных действий человека в собственном назначении, как вы хотите, куда направить энергию стресса на решение ранее неподъемных задач, всему этому обучаю. Такую огромную работу делаю. Но вы возьмите сами, посмотрите в Ютубе не два ролика, а посмотрите больше. Да, выйдите там, магазин там есть в меню сайта stress.su.hsr.ru, и там есть книга «Укрощение стресса». Это потрясающая книга. Вы знаете, сколько людей ее почитали? Вы даже представить себе не можете, сколько у меня учеников явных и неявных, которые мне пишут: вы мне помогли тогда, вы мне ключ всегда помогает. А я вот, сейчас, что меня завело вот так рассказать об этом? Я и сейчас написал. Вам это помогло? Да. Вы давно его применяете? Она говорит: да, я уже 10 лет им пользуюсь. И с моего лица не сходит улыбка. Я как только начинаю применять прием, самый коротенький беру из них и делаю прием. Я, говорит, столько лет этим пользуюсь. Я говорю: вы это где взяли? Я, говорит, читала вашу книгу. Ну, молодец. Вы наш канал смотрите? Да, постоянно. Вы там лайк ставите? Нет. А вы вообще подписаны на канал? Нет. А народ-то не знает, что вы такая счастливая по поводу метода ключ. Понимаете? Никто ничего не знает. Все заняты своими проблемами. Лень лайк поставить, лень подписаться на канал. А мне звонить и писать в личку не лень. И меня, который создает это, и с вашей же помощью, целая школа, человек будущего, Homo Futurus, там участники великолепные, я горжусь нашей школой, они создают и новые приемы, и начинают уже открывать у себя таланты и способности, которые были спящими, о которых они даже не задумывались. И сейчас мы вебинар новый проведем, вот сейчас я выпущу в сетях объявление, да. Вот. Наблюдайте, и здесь на Ютубе будет.